Друзья, в продаже у нас появилась Honda Stream 2011 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 1,8 литра, 140 лошадиных сил на автомате, на переднем приводе. Имеет оригинальный ПТС, всего два владельца. Машина в черном цвете, в очень хорошем состоянии. Имеются противотуманные фары, литые диски, повторители на зеркалах, задний спойлер. Камера заднего вида. На водительском месте у нас 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, блокировка дверей. Установлена мультимедиа, многофункциональная на андроиде, с множеством функций. Климат-контроль, кондиционер, обогрев заднего стекла. Тканевый салон. В отличном состоянии, датчики света. Автомобиль у нас 7-местный, на втором ряду у нас 3 места с подлокотником. Также установлены эво-коврики. Имеется третий ряд. Машина в отличном состоянии, 2011 год, 7-местный авто на автомате.